Ресторан по понятиям – это российский комедийный сериал о том, как четыре преступника, подружившись, в тюрьме решаются на последнее ограбление, заработав себе на безбедное будущее. Вчерашние заключенные Шустрый, Кощей, Кувалда и Килька выходят на свободу. Теперь, казалось, можно забыть о прошлых поступках и начать жизнь с нуля. Но главные герои думают совершенно иначе. Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченко, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычев и Иванка Корин. Убойная комедия Сарика Андреасяна понравилась российским зрителям, и теперь они интересуются, когда выйдет продолжение. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Ресторан по понятиям» запланирована на начало 2023 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.